28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. В Запорожье активисты провели тематическую акцию, во время которой работал лекторий и мобильная амбулатория для проверки на вирусные гепатиты. Вирусные гепатиты – группа опасных инфекций, вызванных разными вирусами, поражающими печень. Известно 9 таких возбудителей. Самый опасный – гепатит С. Основной путь передачи – через кровь инфицированного человека. Вирус может сохраняться до 4 дней на засохшем пятне крови, на лезвии бритвы или других инструментах. Острый период болезни проходит бессимптомно, поэтому львиная доля инфицированных о своем заболевании не догадывается, а симптомы могут проявиться спустя 20 лет. По статистике, так же как по ВИЧу, ВИЧ-инфекции, да, 80% людей, которые носят в себе вирус гепатита С, об этом не знают. Его признаки проявляются очень поздно. И вы знаете, что самый главный признак – это цирроз печени. Да? То есть все те признаки, которые делают человека после определенного носительства сразу, быстро, очень больным, с очень неприятными последствиями, как правило, летальными. На сегодняшний день в Украине от распространенность вирусного гепатита С от 3 до 7%. И в мире всего лишь 5% людей знают о своем статусе, об инфицировании вирусного гепатита С. Это говорит о том, что очень много не обследовано. Сейчас в областном гепатоцентре на учете стоит 11 тысяч пациентов, 7 из них по вирусному гепатиту С. В 2014 году была принята госпрограмма по лечению гепатита С, но в Запорожский регион еще не поступили препараты по тендеру 2016 года. Сегодня для всех желающих активисты благотворительной организации провели лекторий, где работала выставка опасного инструментария, через который есть риск заражения. Также была возможность пройти 15-минутный экспресс-тест на выявление вирусных гепатитов.